Кончик. Эй, друзья, привет. Всем добрый вечер. Добрый вечер, как слышно, как видно? Все ли собрались, кто хотел? Приглашайте людей, приглашайте все свои команды, новичков, чтобы сегодня они послушали нашу информацию. Мы готовы поделиться всем, что знаем, по максимуму, чтобы это было вам полезно. Так, давайте звук проверим. Поставьте от 1 до 10, как слышно. Ну, вроде слышно. Да? Да, всем слышно. Все, хорошо. Итак, нас зовут Елена и Владимир Коваленко. Это Дарина. Дарина будет ассистировать нас. И мы сегодня хотим провести вебинар, который называется «Самые популярные источники поиска кандидатов в ваш бизнес для повышения продаж». Еще раз повторюсь, готовы поделиться нашими навыками, и мы дадим именно те методики, благодаря которым вы достигли определенных результатов. Давайте сразу с вами заключим определенные договоренности о том, что вы откладываете все дела и еду, потому что это же важно в первую очередь для вас, ту информацию, которую мы будем давать, мы бы хотели, чтобы вы усваивали, потом по максимуму использовали. Также выключите, пожалуйста, звук на телефоне, потому что это вам тоже может мешать. Приготовьте ручку и тетрадку, потому что все, что мы записываем, это откладывается в голове намного лучше. Реагируйте, пожалуйста, на вопросы, то есть давайте поработаем на результат совместно. И также задавайте, пожалуйста, те вопросы, которые для вас сейчас актуальны. Представимся. Мы партнеры компании BOC, являемся членами привилегированного совета компании. У нас закрыт в декабре статус премиум бриллиантовые директора. Также уже третий месяц мы подтверждаем звание вице-президенты компании. Так, идем дальше. Кто же мы в жизни? В жизни мы семейная пара, которые обожают путешествовать. Собственно, сетевой бизнес нам и дает возможность много путешествовать. Спасибо компании, спасибо бизнесу и спасибо нашим партнерам, которые также помогают реализовывать нам мечты. Путешествовали мы очень много, путешествуем мы уже и с старшей доченькой, да, как вы видите. И у нас уже две доченьки, да, вот одну вы видите, это младшенькая, ей всего 2 месяца, старшей дочери 5,5 лет. Мы очень счастливая семья, прошедшая огонь и воду, скажем так, различные переломные периоды. Мы вместе обучаемся, посещаем тренинги, постоянно стараемся самообразовываться, да, обязательно посещаем все мероприятия от компании, которые, мы знаем, дают всегда всплеск эмоций, результаты, заряд энергии, чего и вам рекомендуем. Обязательно, если вы в сетевом бизнесе, посещайте мероприятия, потому что, поверьте, такое ощущение, что вы приезжаете туда, вас подключают к электричеству, вы заряжаетесь, это очень-очень важно. Поэтому, еще раз повторюсь, посещайте мероприятия, посещайте тренинги, развивайтесь, обучайтесь, это очень важно. Что мы сегодня разберем, какие же темы? Сначала начну я, да, расскажу вам одну тему. Потом я забираю Дарину, иду, становлюсь мамой, и Владимир обучит вас уже всем супермощным технологиям, которые очень хорошо сейчас работают, и благодаря которым вы можете выйти на тот результат, о котором вы действительно мечтаете. Итак, что разберем? Первое. Активные партнеры в бизнес. Как их найти? Скажите, кому актуальна тема? Кому актуальна эта тема? Напишите, пожалуйста. Кому интересно, как искать именно активных партнеров в бизнесе? Буду рада узнать, что вам это действительно интересно. Следующая часть, вторая, о которой расскажет вам Владимир,
Какие инструменты сейчас работают для привлечения таких активных партнеров? Первое, он расскажет про всем известный личный бренд, да, как вас будут выбирать партнеры. Второе, бесплатный Инстаграм, как в Инстаграме, вот я рада, что всем интересно, как в Инстаграм бесплатно можно направить трафик на входящих партнеров, да, всем актуально, я смотрю. Третье, воронка продаж через Директ, или Директ, как правильно выглядит. И четвертая тематика, три критерия создания качественного видео на канале YouTube. Я вам хочу сказать, что через канал YouTube к нам приходит практически основная часть наших самых сильных, самых активных партнеров. Большая часть, да, я бы сказала так. Хотя и все остальные методики работают тоже. То есть мы сейчас вам даем те методики, которые работают, грубо говоря, онлайн. Хотя все это можно перенести в жизнь, и очень много хороших партнеров вы можете найти в своей жизни, просто не проморгайте их. Так, поехали. Моя часть. Итак, тема, да, сегодняшнего вообще вебинара – самые популярные источники поиска кандидатов в ваш бизнес для повышения продаж. Итак, что же делать, чтобы приходили только активные партнеры? Да? Первое – это позиционирование. Это то, на чем держится в принципе весь бизнес. При правильном позиционировании к вам идут правильные люди. Запомните это, пожалуйста. Кто вот так считает, как я вам сейчас скажу? Сетевой бизнес – это самый крутейший бизнес. Все должны быть там. И если ты туда не идешь, то ты какой-то вообще ненормальный. Ты не понимаешь, ты должен прийти ко мне в бизнес. Вот у кого есть такая позиция из вас, то прям на голову залазит. Всем, кстати, хорошо видно, слышно, потому что у кого-то зависает. Кто понимает, о чем я говорю? Или кто знает таких людей, которые вот начинают предлагать бизнес сетевой, да, и прям залазит человеку на голову и считает, что все должны быть в этом бизнесе? Скажите, пожалуйста, у кого такая ситуация? Есть такие, да? Так вот. Еще у кого есть такой момент, что люди, когда приходят и говорят, а, сетевой маркетинг – это что-то, где ты берешь вот такую большую клетчатую сумку, ложишь туда кучу банок, склянок и подбегаешь к людям и заставляешь их это все купить. Да? Есть же такие моменты. Вот есть люди, которые, первое, вот так навязывают бизнес и пытаются всех затянуть, да, это огромная ошибка, правильно, да, вот вы считаете, что это ошибочно. И второе, есть люди, которые вообще не понимают сути сетевого бизнеса, и они думают, что это клетчатая сумка, да. Остановитесь, и те, и другие, но остановитесь в первую очередь те, кто пытается навязать бизнес. Вы должны себя позиционировать таким образом. Вот у вас есть бизнес. Да? Вы предприниматель, никого сюда тащить насильно не нужно. И должен быть каждый любителем бизнеса в принципе, чтобы это ни было. Понимаете? Если человека устраивают кредиты, зарплаты в 20 тысяч, к примеру, ну устраивает этот человек. Есть люди, которых устраивает просто позиция жертвы. Что я имею в виду? Когда человек привык только жаловаться на государство, на людей вокруг, на все, да? С баночкой пива в руках и так далее и тому подобное. И сериальчик, да, естественно, в прикусочку. Это его стиль жизни, это позиция жертвы, и человек привык так жить. А вы пытаетесь его пригласить в бизнес, да, затащить, сделать его счастливым. Не нужно это делать, не нужно. То есть запозиционируйте себя как профессионала бизнеса. Вы предприниматель, вы бизнесмен, приглашайте только тех людей, которые готовы к большому бизнесу. Поэтому вы должны сделать так, чтобы люди сами спрашивали, как ты добился таких результатов, и сами хотели к вам в бизнес приходить. Еще скажите, пожалуйста, у кого возникает такой вопрос. Вот я новичок, и что мне делать? Мне еще нечем похвастаться.
у меня нет результатов, у меня нет автомобиля, я еще не ездил там в путешествие, да? Что же мне делать? Как я могу привлечь партнеров? Что я могу вообще дать человеку? Кому это знакомо? Напишите, пожалуйста. У кого есть такая проблема? Нет, знакомо, я тоже так думаю. Я тоже. Я тоже так думаю. Это нормально. Да. И что я хочу вам сказать. Есть такая, вот я вижу, люди пишут, есть такая интересная формула. Если нет результата, продавай видение. Запомните это раз и навсегда. Что я имею в виду? Вот смотрите, такая ситуация. Человек приходит и говорит, что ты там мне предлагаешь какой-то бизнес, да? А что ты сам вообще здесь добился? И ты можешь провести диалог таким образом. Вот скажи, а если бы я сейчас предложил тебе открыть ресторан, да? Стать моим партнером, да? Ты бы согласился, да, если бы у тебя была такая возможность? Вложить деньги, были бы деньги, да? Ты бы согласился, если бы я тебе сказала, у меня есть четкая схема, как это сделать, у меня есть результаты других людей, которые уже открыли ресторан и имеют деньги. Но мы с тобой никогда не будем знать, добьемся ли мы такого результата, как, например, Вася, который открыл там ресторан, да, или же мы добьемся результата в 3 раза больше, как, например, там Армен, который открыл свой ресторанчик. Ты никогда не знаешь, но и тот человек, и тот с нуля, с полнейшего, имея определенную схему, имея энергию, да, вкладываются, открывают и выходят на результат. Почему же здесь ты так переживаешь? Я тебе со своей стороны могу сказать, что я все изучил, я знаю, что есть пошаговая система, как это все делать. Вложений здесь по факту никаких не нужно. Так что же мы с тобой теряем? Мы теряем с тобой возможность выйти вдвоем одной командой на результат. Вот такой диалог производите с теми людьми, которые, я вижу, там лайки пошли, еще прямой эфир сегодня, которые сомневаются, что вы можете им дать что-то в этом бизнесе, и стоит ли идти именно к вам. И еще можем провести такой разговор, что представь, мы с тобой как одна команда, начинаем с нуля, как 2 партнера. Как будет круто, когда мы будем стоять с хорошими чеками, например, на сцене, да, нас будут поздравлять вдвоем, мы будем понимать, что мы с тобой вдвоем с нуля вышли на определенный результат. Вот таким вот образом вы можете проводить, если вы новички, можете проводить разговор. Как вам заходит такой момент? Интересен такой момент? Следующее, второй момент, который мы с Владимиром, точнее он это придумал название, называем Сусанин. Что имеется в виду, да? Все знают, кто такой Иван Сусанин, я думаю, из школьного курса литературы. Так вот, как обычно делают многие, я это очень часто встречаю, да, в нашей команде, очень часто. Приглашают человека в бизнес и просто бросают его в чаты. Учись там, обучайся, да, и человек просто попадает в какой-то темный лес, то есть человек его завел в темный лес, скинул на других людей и не занимается им. Так нельзя. Так нельзя делать, потому что человек перестает понимать, что вообще происходит. Он же пришел на вас, конкретно на вас, и ему надо ваше личное общение. Нужно человека вести пошагово, прям за ручку, не бросайте человека. Многие говорят, я привел человека, дал ему задание, ну, он мне ничего уже не пишет 3 дня. Вы поймите, пока новичок не почувствовал вкус денег, он не будет вам сам писать, у него еще нет осознания, что это бизнес, который дает результат. Поэтому он как маленький ребенок может уйти в какую-то другую сторону, да, в те же сериалы, и забыть вообще про то, что он к вам пришел. А вы будете думать, вот какой он несерьезный, не самоорганизованный, да, и так далее и тому подобное. Поэтому берете за ручку и сами каждый день человека сопровождаете. Если он вдруг потерялся, найдите его, спросите, почему он потерялся, что произошло. Поэтому сопровождение – это очень важно. Следующий момент. Почему не делают товарооборот или личный товарооборот, как объяснить человеку, что его нужно делать, да, кому вопрос этот тоже актуален.
Итак, опять же, здесь важно, как вы себя позиционируете перед новичком, перед своим, да? Во-первых, очень многие боятся сказать, что у нас нужно делать ЛТО. Они начинают регистрировать людей, потом им об этом говорят, человек говорит, ты меня обманул, ты мне об этом не сказал и так далее и тому подобное. Нельзя так поступать. Вы сразу должны рассказать, в чем суть бизнеса, что наш бизнес основан на личном товарообороте. Обязательно. Да? Мы тебе даем доступ, мы тебе даем пошаговое сопровождение, мы тебя вводим в бизнес. Но ЛТО – это тот момент, который дает доступ. Да? То есть доступ в наш большой бизнес с большими деньгами, причем вы должны показывать чеки партнеров, объяснять не только свой чек, потому что, может, у вас уже там большой чек, да, а он еще, он думает, ну, у тебя уже такой чек, это тебе повезло. Показывайте чеки ваших партнеров. Обязательно. Но человек здесь может получить и 10 тысяч, и 15 через 3 месяца, к примеру, да, и 50, и 3 тысячи. То есть кто как работает, человек должен видеть, что здесь есть деньги. И важно, что вход в этот бизнес – это личный товарооборот. Вы объясняете, что ты ценишь свое время, я ценю свое время. Это бизнес, да? И давай, пожалуйста, уважать друг друга. Если у тебя есть намерение выстроить бизнес, делаем личный товарооборот и погнали к результату. Если же вы даете все сразу, вы рассказываете, вы обучаете человека, как сделать то, как сделать это, ценность теряется, позиционирование вашего перед этим человеком ноль. Покажите свою ценность, пожалуйста. Да? И четкое правило, никого не надо уговаривать. Мне задают вопрос, где найти золотую середину между уговариванием, да, и позиционированием. Вы ее должны чувствовать сами, да, ставьте себя всегда на место человека, что бы вы чувствовали, если бы к вам вот так относились. Почему? Потому что человек в основном, ваша целевая аудитория, это вы сами, похожий человек на вас, да, обычно это так, на вас приходят люди, похожие чем-то на вас. Поэтому ставьте себя и понимайте, да, то есть вы даете информацию, вы говорите четкие моменты, как войти в бизнес, работаете с возражениями, но если человек говорит, пойду пивка попью, пусть пойдет попьет пивка, все, дальше вы его не трогайте, пожалуйста, идите к следующему человеку, которому это надо. И следующий пункт, шестой, это быть полезным, быть интересным. Важно понимать, да, я немножко пропустила про раздаточный материал. Что это такое? Это инструменты, которые должны быть у вас обязательно. Если, например, в вашей команде нет какой-то пошаговой школы, ничего страшного, вы можете сами сделать эти раздаточные материалы. Пошаговую систему, которую вы даете новичку, да, сегодня сделай, пожалуйста, это, завтра сделай, пожалуйста, это. Очень круто, когда вы делаете сами маленькие видеоуроки. Сейчас не проблема записать видео, да, то есть человек видит именно вас. Не Машин вебинары вы ему даете, не Глашин и не вебинар, допустим, компании. Да, на вебинары компании люди должны ходить. Но вы, как учитель, должны сопровождать, записывать коротенькие уроки, проводить вебинары, проводить прямые трансляции. Да, сейчас куча моментов. Записывать короткие видосики и обучать по этому всему материалу своего человека. Поверьте, когда новичок приходит и видит, что вы обучаете других, да, это будет означать, что вы уже учитель, и на вас совершенно по-другому будут смотреть. Быть полезным, быть интересным. Что это означает? Опять же, позиционирование, да? Каким образом, ну, как позиционировать себя в жизни, это мы знаем. А как себя позиционировать в интернете, в соцсетях? Создавайте контент обязательно с самого начала. Какими бы вы методиками ни работали, создавайте контент. Что я имею в виду? Будьте интересным для человека, для своей целевой аудитории. Если вы понимаете, что это человек пришел на бизнес, рассказывайте о своей экспертности, о том, что вы уже знаете, да, по разным темам. Если вы знаете, что ваша целевая аудитория – это, например, мама, ребенка, рассказывайте какие-то моменты о своей жизни, какая вы мама, что вы в жизни делаете, какие-то советы давайте, да. И опять же, здесь же проводите прямые эфиры,
Снимайте сторизы. Давайте каждый день что-то полезное. Вы должны быть экспертом в глазах другого человека. Демонстрируйте свою жизнь обязательно. И показывайте, да, как вы растете на протяжении всего бизнеса, который проводится вами. Ну и здесь личный бренд. Да, это тот инструмент, который сейчас вас однозначно может вытолкнуть на пьедестал индустрии сетевого бизнеса MLM. Чем сильнее ваш бренд, да, чем вы лучше себя позиционируете, чем вы больше где-то показываете в различных соцсетях свою экспертность, тем больше бриллиантов к вам придет. С вами была Елена Коваленко, передаю слово своему мужу, и пошла я быть мамой. Всех люблю, целую, пока-пока. Микрофон я тоже передаю своему драгоценному мужу и партнеру по бизнесу. И дочь. Так. Привет, друзья. Еще раз с вами поздороваемся. Меня слышно, я вижу, бегунок бегает. Спасибо, Лене, что поделилась с нами такими важными инструментами, а я немножко дальше продолжу. Если вы не взяли блокнотик, ручку, быстренько, еще у вас есть 5 секунд, это изменить, быстро берите, потому что сейчас я вам буду давать инструменты, которые будут приносить вам хороший результат в бизнесе, и это новиночки, которые мы собираем по крупицам, потом выдаем. Вот, поэтому не пропустите. Сначала я хотел бы с вами переговорить о личном бренде. И есть такая фраза из буклета BMW: мозг проверяет факты, а сердце уже сделало выбор. Понимаете, да, что в сетевую индустрию люди приходят на человека. Как бы там, что бы ни говорили, все-таки спонсора осознанно выбирают себе, если ему откликаются ценности, жизненные принципы, контент, экспертность. И мы это должны транслировать. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Знаете, что многие сетевики не считают, что бренд – это их работа, и это их глубокое, глубочайшее заблуждение. И именно в MLM-бизнесе, как я сказал, идут на человека, идут на бренд. А то, что вы транслируете в сети интернет, это как раз-таки и есть ваше позиционирование, ваш личный бренд. Вы должны это показывать. Бренд – это более чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову человеку относительно вас. Относительно продукта, который вы продвигаете, а продвигаем мы себя как личность, правильно? И это эмоции, это ассоциации. Когда они слышат вашу фамилию, они понимают, что это такой-то человек, за ним будете. Если взять на примере Макдональдс, да, если, чуть-чуть дальше я разберу пример Макдональдса, что я имел в виду, хочу поделюсь с вами. Так, что же дает нам личный бренд вообще? Первое, он дает нам выделить себя. С помощью бренда мы себя позиционируем. Мы выделяем себя из общей массы. Правильная работа с брендом позволяет нам выделяться на фоне конкурентов, так сказать. И чтобы покупатель или другой человек, сетевик, бриллиантов, буду все проводить аналогию с нашим бизнесом, да, бриллианты, чтобы он вас заметил и мог выделить от других. А в этом плане интересно смотреть... Это на закусочку вам оставлю. А по поводу дальше. Личный бренд нам дает привлечение лучших. Здесь, я думаю, все понятно. Как раз таки, вот что хотел сказать по поводу Макдональдса. Если ресторан Макдональдс сейчас будет открываться, да, ему не нужно каких-то больших вложений в рекламу. Это как раз затрагивает и третий пункт, сокращение затрат на маркетинг. Ему стоит только свистнуть в интернете или где-нибудь поклеить афишку, что открывается такое-то место, люди туда сами будут идти, сами спрашивать рабочие места и все остальное. Он будет привлекать лучших. Там, где сильный бренд, сильная личность, приходят лучшие люди. Это как раз-таки в нашем бизнесе. Да? Сейчас вы заметили, что когда люди приходят в бизнес, они начинают искать в интернете лидеров. Они хотят узнать, посмотреть, чем вы дышите, чем вы, может быть, полезны, как вы доносите информацию, насколько у вас есть экспертность. И большое заблуждение, когда многие сетевики просто не делают, не ведут тот же канал YouTube.
Я вам хочу сказать, что именно в этот, с помощью этого канала к нам пришли ключевые партнеры и по сей день приходят. И по сей день приходят, и именно у нас был большой рост, когда мы начали развивать канал YouTube. Это как раз таки по поводу личного бренда. Транслируйте это все, чтобы это было на показ. И знаете, многие говорят, я вот пришла в сетевой бизнес, заниматься серьезно бизнесом. А вот это вот ваше в интернете, это не серьезно, это так, шоу, не смешите курей, типа. На самом деле мир-то меняется, и если вы не успеваете идти, быть в тренде того, что происходит сейчас, вас просто система выдавит, и вы останетесь ни с чем. Уже давно известно, что если вашего бизнеса нет в интернете, если вас нет в интернете, значит, у вас нет бизнеса. Согласны, да? Запись будет, Светлана, будет. Инструменты и бесплатный Инстаграм. Возможно, будут сейчас какие-то банальные вещи, но кое-что для вас будет интересненькое. Первое, это оформление, ваш аккаунт должен быть оформлен и подготовлен к трафику. Что я имею в виду? У вас должна быть правильная аватарка, у вас должно быть описание профиля, у вас должна быть активная ссылка. Активная ссылка, она одна единственная в Инстаграме, где человек может нажать и перейти. С помощью этой ссылки можно создавать свои лендинги. Перекинуть на ваш канал YouTube, перекинуть на ваш канал Telegram, на ваш сайт, оставить заявку, посмотреть подробнее какое-то видео. Также можно создавать с помощью мультисылок там целые лендинги, целое описание. Но не суть. В целом, у вас это должно быть. Если этого нету, поищите в интернете, можете к нам на канал зайти. Об этом есть много видео, мы подробненько рассказываем. Дальше. Качественные обработанные фотографии. Дальше я вам покажу пример, но вы должны понимать, что сейчас Инстаграм, вообще в целом социальные сети, это такой глянцевый журнал. Людям интересно смотреть красивое. Если когда он начинался только развиваться, было вообще без разницы, можно было любую фотку выкинуть, и людям было интересно. Сейчас уже нет. Сейчас обыкновенных фотографий не удивишь. Хочется насыщенных классных оттенков, чтобы это было интересно. Дальше. Stories. Снимайте обязательно сторис. Сторис – это реалити-шоу, это как сериал. Знаете, сейчас люди разделились на две категории, которые смотрят только сторис и которые смотрят ленту. И я вам хочу сказать, что большее количество вначале просматривает сторис, только потом переходит к вам в ленту. И сейчас разделилось так, что человек, когда если у вас увидел ваш аккаунт, сначала нажмет на сторис, на кружочек, посмотрит. Сторис – это в целом бытовуха, это сериал. И он посмотрит, чем вы занимаетесь, как вы в жизни выглядите, только потом он перейдет на ваш аккаунт и посмотрит. Недавно наш спонсор Марина Соколенко нам сказала такую вещь, что она среди своих знакомых провела опрос. Сказала, друзья, товарищи, подскажите, пожалуйста, что вы сначала у меня смотрите, сторисы или ленту? И было что сказано? Из 5 человек 5 сказала, что они смотрят вначале сторис. Поэтому не упустите этот шанс. Пожалуйста, в день минимум 5 штук выкладывайте. Даже если вы не знаете, что выкладывать. Типа, я живу в деревне, какая-нибудь моя хата с краю, ничего не знаю, у меня нету видов. Да, на самом деле людям интересно бытовуха. Как вы живете, что вы делаете, салат нарезаете, пожалуйста, елку украшаете, кота кормите, там за уши залопы тягаетесь, с детьми, что вы вообще там, размышления сели и подумали, кормилицу смотрите, рассказали какой-то сериал, что-то еще. Людям, они будут вовлекаться в вас. Дальше. Хэштеги. Обязательно вы должны использовать хэштеги. Хэштеги тоже делятся по группам, но найдите свой командный хэштег. Хэштег вообще для чего нужен? Для того, чтобы ваши посты больше находили. Это как в Яндексе, в Гугле поисковая строка вводим, нас находят. Также в Инстаграме работает хэштег. Если есть этот хэштег, по нему вас могут находить. Дальше. Вы должны выкладывать полезный контент. Полезный. Не просто фотографию. Ну, я могу сказать, что просто фотографию может выложить человек, у которого уже подписчиков, наверное, там 500 000, ну, или, короче, минимум за 100. Он может выложить красивую фотку, просто сердечко поставить, и все, его будут лайкать, смотреть, он транслирует уже красивую жизнь. Если у вас еще столько нету, то пишите обязательно контент. Вы должны быть полезными. Особенно в сетевой индустрии. Люди зайдут, будут смотреть, что вы за человек, что вы можете дать, насколько вы интересны. Будут, такие, вы будете проходить через определенные фильтры.
интересен, не интересен, откликается, не откликается. Если да, дальше. Если нет, ушел. Дальше. И проводите конкурсы у себя внутри аккаунта, чтобы увлекать аудиторию. Проводите, разыгрывайте какие-нибудь призы. У нас большое количество в компании призов. Вы получили что-то в подарок, можете это разыграть. Люди будут вовлекаться, им будет интересно, они начнут за вами смотреть. А кто-то даже, возможно, увидит, какие вы щедрые, получит этот подарок даже, и он скажет: огонь, я хочу, погнали с тобой вместе в компанию, и расскажи-ка подробнее. Так, очень тихо. У меня звук хорош, значит, они у меня. Все окей, да, ребят? Плюсаните, чтобы я понимал. Смотрите, вот по поводу оформления аккаунта, я выложил наш аккаунт. Мне он, честно говоря, нравится. Раньше не очень нравился, сейчас нравится больше. Потому что он живой. Мы здесь и делимся и достижениями, и показываем, как мы путешествуем, как мы гуляем, занимаемся спортом, пишем полезные контенты, все мы дублируем, рассказываем про наших партнеров. У нас есть шапка, описание, мы вот семья Коваленко, топ-1 BSC, выведем тебя в топ-20 компаний. И мы можем это громко заявлять, потому что процентов, наверное, 70 наших партнеров находятся именно из нашей команды, находятся в топ-20. Мы вице-президенты, чек такой-то, с нами легко, погнали. Все, дальше ссылочка, где подробнее человек может посмотреть. Он переходит, дальше фотографии. Они, видите, может быть, здесь не так отображается, но они сочные, они интересные. Это я говорю сугубо свое мнение, потому что это мой аккаунт, и я его веду. Если согласны, тоже можете плюсануть, чтобы я понимал, что действительно вам откликается то, что мы делаем. Дальше по поводу фотографий. Что фотографии должны быть интересны. Не выкладывайте, я вас очень прошу, не выкладывайте фотографии, которые не обработаны. Ребята, потому что это полный трэш. Вот и вам привел пример. Слева фотография не обработанная, справа она обработана. На какую вы нажмете? Когда человек заходит в Инстаграм, простите, что вас так тяжело. Это живой человек. Когда человек заходит в Инстаграм, он сначала видит фотку. Он еще не знает, что вы там написали. И он смотрит, если ему понравилось, он нажмет и дальше будет читать. А возможно, там есть приглашение в бизнес или возможности, вы знакомитесь, да, или какой-то конкурс. Если ему не понравилась фотка, он пройдет мимо. Поэтому делайте их сочными, чтобы были яркие цвета, интересно, какие-то постановочки. Вот многие говорят: я живу в селе, мне нечего делать. Вот, сделана фотография вчера или позавчера на улице, выпал снег, мы тут покатались на санках, прям тут убитая, вообще никаких дорог не видел. Наверное, больше нигде нет, но зато мне она очень нравится. И она сочная, яркая, она эмоциональная. И человек нажмет на нее по-любому для того, чтобы узнать подробнее, он почитает. Да? Я думаю, что вы со мной согласны, поэтому не выкладывайте фотографии вообще не обработанные. Есть безумное количество бесплатных программ на телефоны, вы их скачиваете и обрабатываете. Также у нас на канале YouTube есть, я выкладывал, когда было фотографию, там буквально за 3 минуты, прямо на телефоне все это показал, вы можете заходить, смотреть, читать. В интернете вообще безумное количество информации на эту тему. Итак, дальше, инструменты, бесплатный Instagram. Что же, какие же такие инструментики новенькие? Первое, это использовать уже существующие ресурсы. Что я имею в виду? У вас есть друзья, у вас есть партнеры. Пригласите их, расскажите, что у вас есть аккаунт Instagram. Сейчас я рассказываю конкретно про Instagram. Расскажите, что друзья, подписывайся на мой канал, сделали в социальных сетях везде посты, ВКонтакте, в Фейсбуке, даже в Ютубе можете скидывать. Друзьям скидывайте, на работе, коллегам. В общем, делайте посты и говорите, подписывайтесь, там море информации, мне будет очень приятно. Дальше, второе, email рассылки. Если у вас есть подписная база, а у многих она уже есть, многие используют сайты, собирают идеи, подписки, обязательно разошлите письмо с ссылкой на ваш аккаунт. Многие не знают, что у вас есть Instagram. Просто возьмите, разошлите, пригласите, дайте какую-нибудь полезную плюшку, какой-нибудь продающий текст напишите, что подпишешься на мой канал, там завтра будет розыгрыш, там 500 рублей или какие-нибудь духи буду разыгрывать, подписывайся, есть возможность выиграть. Человек зайдет ради интереса, пишет, если ему понравится ваш аккаунт, он дальше, он там будет останется, он за ним начнет следить. Дальше. Использовать подпись в письме ссылки на ваш аккаунт. Многие пользуются почтой. Да? Я в том числе. Жена. У всех есть. Даже вот в компании есть. И тоже компании совет. Берете. В вашем письме, там обычно указывается подпись
Владимир Коваленко, номер телефона, спасибо или там, ну, что-нибудь, да, если какая-то компания, компания DSC, там слоган и все остальное, адрес, телефон. Укажите туда ссылку на Instagram аккаунт. Типа, подпишись на мой Instagram или значочек. Сейчас вот в рассылщиках есть возможность значочек. Он просто нажмет и перейдет его, перекинет. Обязательно. И когда вы будете общаться в письмах, переписываться друг с другом, человек на автомате, вам ничего этого не стоит. Вы один раз настроили, и отправляя каждый раз письмо, ему приходит ваш Instagram аккаунт. Вот. Дальше. Как вам, ребята? Огонь? Полезненько? Вроде просто, но не все это использовали. Я могу вам гарантировать, потому что не доходили руки. Дальше. Что еще какие есть бесплатные инструменты? Взаимо пиар. Что делать? Не надо ничего делать. Не надо. Взаимо пиар. Что я имею в виду? Вы можете делать обмен постами, сторисами друг от друга с каким-нибудь лидером мнений или с вашим же коллегой, с вашим партнером. И сделать, так сказать, перелив аудитории. У каждого уже есть аудитория, и вы можете просто ей обменяться, чтобы подписчики были. Это прикольно делать с какими-то лидерами мнений, которые уже из бьюти-индустрии, да, которые только начинают. И они сами предлагают. Сегодня, кстати, нам пришел запрос, где человек говорит, я там развиваю такой-то блог, могли бы мы сами запартнериться, обменяться на, ну, мнением друг о друге в сторисах. Я говорю, вообще давайте без проблем. У нее 33 тысячи подписчиков, у нас 20 чем-то тысяч. И кто-то к нам придет, кто-то к ней придет. Очень интересно и бесплатно. Дальше. Экспертный блогинг. Вы можете договориться с какими-то пабликами, что вы будете давать им экспертные статьи. Если вы чем-то вот соображаете, развиваетесь. Они обычно соглашаются, потому что им не нужно первое заморачиваться писать статью какую-то, да, потому что, ну, если это экспертно и хорошее, а если вы умеете это делать, вы им даете, но сделать какую-то интрижку в этом посте. Скажите, что, например, пост, как я заработал 100 тысяч рублей там, за 2 месяца или вышла на доход. И вы описываете историю, как мамочка, например, да, потом говорите, продолжение в моем аккаунте переходите. И ссылочка на ваш аккаунт. Но об этом обязательно нужно договориться заранее с этим пабликом, в котором вы будете размещать, чтобы было как это, авторство, чтобы было ваше авторство указывалось, и люди могли перейти к вам. Дальше. Комментарии у лидеров мнения. Многие пренебрегают этим, но я вам хочу сказать, что это крутой инструмент. Он работает 100%. И знаю пример нашей команды, девчонки, они пишут нам комментарии. Была ситуация, вот Марина была, недавно нам рассказывала, Марин, привет, ты молодец, большая, что она у нас, ну, смотрит, мы за всеми, в принципе, партнерами, мы следим, смотрим, как они живут, что они делают, читаем, потому что интересно. И вообще по Инстаграму можно проследить, как человек, грубо говоря, эволюционирует, как он развивается, как идет его личностный рост. И получается, она оставила, у нас какой-то был экспертный пост, она оставила свой комментарий. Пришел человек, сетевик, он нашел нас, он посмотрел, почитал, потом такая, так, это тут один. Ну, наверное, у них нет времени. И увидела Марину комментарий. Перешла к Марине, посмотрела ее аккаунт и откликнулась. Стало интересно, принципы жизненные, опять говорю, да, то, что транслировала Марина. Она к ней зарегистрировалась, все, готовый партнер, вообще бесплатно. Понимаете? Также и у лидеров мнений. Выбирайте лидера мнений, тоже нужно смотреть, где ваша целевая аудитория. И пишите там комментарии. Но, внимание, вы не должны в комментариях подрывать авторитет автора. Второе, рекламировать услуги и аккаунт вообще нельзя рекламировать, делать прямую рекламу, потому что вас отправят в бан, и это как бы неэтично. А мы же не впариваем, мы просто пишем какой-нибудь интересный комментарий, чтобы люди обратили внимание. А дальше они переходят к вам на аккаунт и уже вовлекаются в вас, если у вас интересно. Опять-таки, вернемся назад, должно быть позиционирование, должно быть оформлен аккаунт, фотографии, контент, все это должно быть. Дальше, и нельзя оскорблять других участников, не нужно входить в эту перепалку с кем-то, что-то делить, обзывать, ну, такое часто происходит, вообще, это как дважды два, запомните, это не должно быть. Окей, друзья, думаю, что было полезненько, плюсуйте, чтобы я понимал. Дальше. И сейчас я вам расскажу воронку продаж через Директ. Что же это такое на самом деле?
В социальных сетях, скажем так, в Инстаграме нет автоматической воронки продаж, как это есть в Телеграме, в WhatsApp, в Viber, ну, в мессенджерах. Но там есть очень интересная тема. Смотрите, как происходит процесс. Идет мастлайкинг, мастфоловинг. Это когда вы лайкаете кого-то, на кого-то подписываетесь, человек заходит к вам, смотрит, ему понравилось, он тоже может подписываться. И что происходит дальше? Дальше есть сервисы, которые автоматически, когда человек на вас подписывается, ему отправляется сообщение на подписку. То есть он на вас подписался, ему сразу идет приветственное сообщение. И, кстати, сервис есть, я использую, я здесь написал, называется leadfeed.ru. Вы можете его себе записать и запишите промокод MLM5FREE. Я вам сразу скажу, это не для того, чтобы я там что-то заработал. Там такая система, вы можете рекомендовать и выставить, ну, короче, пишите промокод, по которому если человек зарегистрируется в его видео, то он получит 5 дней бесплатного использования. Поэтому здесь речь не о деньгах, вы можете просто получить 5 дней бесплатного использования этого сервиса. Он очень прикольный, там большое количество всяких, что связано с SMS, ну, с сообщениями. Поэтому используйте. Он недорогой, по-моему, 290 рублей стоит в месяц на один аккаунт. Очень удобно, работает стабильно. Есть еще, как это, PromoFlow, да, по-моему, на Android. Я, правда, им не пользовался, но говорят, что тоже работает. Не знаю, насколько он хорош. Ну, я вам рекомендую то, что использую сам. Дальше. Идет автоответ. На что могут быть направлены эти автоответы? Это регистрация в команду. Вы можете приглашать в команду. Второе – это подписка на канал Telegram. Вы говорите, друзья, гайда ко мне, у меня на канале крутая информация, вам будет полезно. Дальше. Подписка на YouTube канал. На ваш сайт вы переводите, человек переходит на сайт и там читает информацию, оставляет заявку. Лид-магнит – то, что принуждает человека оставить свои контакты для того, чтобы получить что-то. Дальше идет уже тоже воронка определенная. Или вы просто можете вести мягкий диалог. То есть вы поприветствовались, и вы с человеком уже дальше знакомитесь. Что я вам рекомендую? Есть такая система, недавно появилась она, называется «Быстрые ответы в Инстаграм». Это по поводу, вот, как автоматизировать Инстаграм. Он очень облегчает нам жизнь. Смотрите, раньше нам приходилось писать большое количество сообщений, ну, текста, да, каждому, либо где-то заготовку иметь. А теперь что? Теперь мы можем вводить просто сообщение, одно слово нажимать, и нам выходит целый заготовленный текст. Мы его отправляем сразу. Он готов. Уже готовый шаблон, скрипт, по которому мы можем вести продажу, вести человека, рекрутировать в бизнес. Как это выглядит? На слайде вы видите. В диалоге, где вы переписываетесь, есть такой плюсик. Вы нажимаете, открывается ленточка. Там есть в виде сообщения иконочка. Вы на нее нажимаете. Да? Вторая картиночка. Там вы увидите, что есть сразу перечень сообщений у меня заготовленных. И вы нажимаете «Отправить» и отправляется готовое сообщение. Например, вот написать «Привет», а у меня под словом «Привет» уже готов вот такой вот текст. И мне его уже не нужно набирать. Я написал «Привет», раз, ушло. Все. Дальше человек не отвечает, я ему опять по вороночке своей там. Раз, ушло. Отлично. Кто знал, кто не знал. У всех, в принципе, оно уже у всех должно появиться. Если у вас еще нет в Инстаграме, то можете либо обновиться, потом оно появится. Так, кто-то видит. Я вам скину потом, ребят. Напишите, кому интересен промокод, напишите мне в Инстаграм, я вам скину. Это с прямого эфира. Смотрят. Дальше я вам расскажу, как его настроить. Как настроить. Вы заходите в настройки с правой стороны в Инстаграме. Можете делать себе скрины. Нажимаете настройки. Дальше есть второй слайд. Быстрые ответы. Выбирайте быстрые ответы. Дальше у вас открылось окошечко «Быстрые ответы». Вы нажимаете плюсик. Вот стрелочка, я все отметил. Все здесь видно. Все. Вот еще указочку возьму. Показывается. Быстрые ответы. Нажали туда. Огонь. Все. Следующее. Вы пишете сообщение, готовое сообщение. Ну, можете где-то скопировать, если у вас уже готово вставить. И слово для быстрого ввода. То есть то, что будет, как бы, когда вы ввели это слово, отправляться к готовым вот этим текстом. Например, вы пишете, вот здесь на скрине показано «Привет», а в сообщении «Привет, как дела?»
И когда вот отправили привет, нажали, а человеку отправится привет как дела. Ну, у вас может быть там целый рекрутинговый текст, заранее подготовленный. Все очень просто, просто заходите в Instagram. Кто не сделал скрины, еще раз верну, как настроить, делайте скриншот. И следующая страничка, делайте скриншот. Ребят, как вам информация? Давайте мне плюсаните, сердечки поставьте, чтобы я понимал, что вам заходит это и интересно. Может быть, кто-то, если кто-то использовал, напишите, что вы это уже используете. Круто, круто. Спасибо. Я знал, что вам будет полезно. Дальше. Воронка продаж все-таки. Что же мы там дальше делаем? Воронка, возможно, из 3 сообщений. Может быть больше, может быть меньше. Но я рекомендую минимум 3. Почему несколько сообщений? Это по поводу того, что нам нужно все-таки утеплиться с людьми. Да? Нам нужно простроить определенные отношения. Я недавно снимал видео на тему переговоры и там рассказывал, почему мы делаем, что мы говорим. Поэтому вы можете тоже зайти, посмотреть видео у меня на YouTube-канале нашем. Там подробненько об этом рассказано, как проводить переговоры в компании BIC на холодном рынке или на теплом. Ну, в целом, как проводить переговоры. Дальше. Вообще, смотрите, я разделяю на 3 этапа. Первое – вводное, второй вопрос, третье – предложение. Первое вводное – это когда отправляется предложение. Вот у нас в аккаунте мне ежедневно, наверное, ну, я вообще даже не лайкаю никого, ничего не делаю, мне на автомате где-то в день, но около 10 заявок приходит. Ответ хочу узнать подробнее. То есть человек на меня подписался, ему автоматом улетело сообщение, мы рассказываем, мы выделили свою целевую аудиторию. Вы тоже должны понимать, что ваше сообщение должно быть для вашей аудитории. Если это сетевики, то преимущество для сетевиков выписать, которые на это поведутся. А если мамочка, то для мамочек. Вот более, вы должны понимать, что нужно, что хотят ваша аудитория. И отправлять. Вот. Дальше идет вопрос. Как вас зовут, с какого города, потом приятно познакомиться, тра-та-та-тра-та-та. Следующее, вы узнаете у человека, какие у него цели, рассказываете суть бизнеса, и это все с помощью сообщения. Вот задали вот эти вопросы, сказали, сколько бы вы хотели зарабатывать, провели его, так сказать, к мечте, дальше воспалили вот это желание, а вам тоже нужно определенные фильтры делать, чтобы вы понимали, насколько адекватен человек, сколько он готов работать, есть ли у него вообще, вы можете ему в этом помочь, в его желаниях или нет, может он хочет там 100 рублей заработать, и так вот потусоваться, ну, как бы, готовы ли вы тратить на это время. Вы должны с помощью вот этих вот всяких фильтров в переговорах тоже себе понимать, да, вы позицию заняли и фильтруете, интересно, и ведете человека, выявляете его потребности, что ему необходимо, что он хочет, есть ли у него время, замужем, не замужем, есть опыт, нет опыта, да, далее, это все вопрос. И третья категория, этап, так сказать, это предложение партнерства. Дальше вы ему говорите, что окей, смотри, я вижу тебе интересное на предложение, у меня есть тебе супер топовое предложение, как тебе идея начать зарабатывать вместе с нами, там, мои партнеры, я помогла своим партнерам, друзьям, знакомым зарабатывать от 30 там, тысяч рублей в месяц, не выходя из дома, не отрываясь от семьи, я вижу, ты такой же человек, у тебя такие же амбиции. Если тебе интересно, посмотри суть бизнеса, и там кидаем ссылочку на видео, и ответишь мне. И обязательно смотрите, когда вы даете, вот вам лайфхак записываете, когда вы даете какую-то информацию человеку, да, бывает же только, что вы им написали, и все, и человек пропал. И вы ему как бы и навязываться дальше не хочется, спрашивать, что вы ему в конце должны, вы ему дали, и говорите, слушай, здесь информация, допустим, там ролик у нас, на 10 минут, скажи, пожалуйста, сколько тебе нужно времени, чтобы с этим ознакомиться? Все, с этим материалом. Человек тебе отвечает, ну, сейчас не смогу, там еду, ну, там вечером. Ты говоришь, окей, тогда завтра до обеда я с тобой свяжусь, или напишите мне, если у вас будут вопросы, буду рада помочь. Ну и дальше идете дело. Все. У человека вы как бы точку поставили, человек тоже понимает, что ему нужно вам ответить, и потом даже если вы к нему обратитесь, то это не будет навязывание, у вас есть определенная договоренность, что завтра после или до обеда вы связываетесь и дальше уже разговариваете. Понимаете? Тоже важный момент, чтобы не было вот этого неудобного, не было.
Вот, вот так вот работает воронка продаж в директе через Инстаграм. Используйте эту систему, она очень круто работает. Особенно вот сейчас, не знаю. Но главное, пропишите вот эту вводную часть, которая будет именно под вашу аудиторию. От этого зависит. Захочет человек дальше вести диалог, захочет он узнать подробнее или нет. Дальше. Воронка продаж, так, дальше много, ну, в целом происходит много вариантов и событий, когда вы с человеком переговорили через эту воронку, дальше вы либо выводите человека на разговор голосом, общаетесь в мессенджере, либо вы даете ему опять-таки видео посмотреть, либо даете ему лид-магнит, он скачивает, оставляет контакты, либо на канал переводите, в YouTube, и дальше уже идет тоже свои воронки, где он утепляется, смотрит, проникается, идет такая вот... Короче, с вами больше ближе знакомиться, и дальше он принимает решение. Но это уже, как бы, если туда глубоко пойти, что вообще может быть. Я бы вам рекомендовал вот, выводить на разговор голосом, и дальше уже регистрировать компанию. Следующее. Я хочу с вами поделиться тремя критериями для создания качественного видео в сетевом на YouTube. Почему именно я решил тоже дать эту тему? Я сейчас постараюсь уложиться в 7 минут, чтобы эфир и все услышать. Почему? Смотрите, сегодня нужно создавать качественный контент, и вы должны понимать, для кого вы его создаете, и кто его будет смотреть. Перед созданием ролика, ну, или вообще контента, в целом, вы должны понимать и выделять вашу целевую аудиторию. Банально, но факт. Вам не нужно палить из пушки по воробьям. Вы должны понимать, если вы сделали этот ролик, его будут смотреть ваша аудитория. Если вы написали «А чтобы было», то этот ролик, первое, его не досмотрят. Второе, будут ваши падать, как бы, позиции, то есть ваши ролики могут не попасть в топ, и он просто будет пропадать из поиска. А поэтому обязательно записывайте видео, то, что хочет твой целевой клиент. И есть, ну, как бы, целая система определения вашего аватара, вы наверняка это все знаете, но от себя могу сказать так, на быструю руку, что ваш целевой клиент – это вы сами. То, что вас волнует, какие у вас есть переживания, что вам не хватает, вспомните, чего вам не хватало, когда вы пришли в бизнес, чего вам сейчас не хватает, что вас беспокоит, какие вопросы вам чаще всего задают ваши партнеры, что им непонятно. На эти темы берете и записываете видео. То есть прям себе выписываете на какие, прям создаете план, контент-план, какой вы будете, какие записывать видео. Обязательно под вашу целевую аудиторию, под их боли. И если вы раскрываете боль, вас будут смотреть. Дальше. Нужно также понимать, что чаще всего ищут в интернете, на YouTube ваша аудитория. И тут я вам дам такой лайфхак. Короче, берете. Если вы не знаете вообще, на какую тему мне записать. Берете, выписывайте себе 5 лидеров мнений, за кем вы следите в интернете. Именно из вашей ниши, да, именно относительно бизнеса. За нами, за Петей, за Батей, за Глашей. Берете и выписываете. Дальше что вы делаете? Вы берете и анализируете. Берете их, смотрите, сколько у них подписчиков, есть ли какой-то интерактив в комментариях, сколько просматриваются видео. Вообще смотрите это видео, насколько вам интересен контент, который дает этот человек. Если там вода водой, все. Вы можете это увидеть по откликам аудитории, да, по тому, сколько есть просмотров. Берете, анализируете, если после анализа, если вам понравилось, вы берете себе на карандаш, записываете тему или ссылочку на это видео. Дальше. Вы занимаетесь переупаковкой. Таким образом, вы промониторив лидеров, и когда мы видим, что это видео актуально, оно интересно, люди его смотрят, комментируют, какая-то движуха происходит, мы его себе записали, дальше мы его просмотрели, нашли еще лидеров, да, которые на эту же тему, еще какие-то видео на эту же тему, тоже посмотрели, и делаем переупаковку. Что такое переупаковка? Это когда вы там посмотрели штук 5 видео, сделали себе определенные записи, и из этих 5 что-то свое собрали, дополнили, убрали, выкинули, короче, сделали красивую конфетку, слепили, понимаете? Таким образом происходит переупаковка. И это не секрет, это вы не копируете. На самом деле в интернет-индустрии уже все давно известно, все на все темы уже давно позаписывали видео, поделились информацией. И каждый берет свое что-то, берет через себя пропускать, обязательно пропускайте через себя,
и выдавайте свое. Если вы тупо взяли, скопировали и рассказали так же само, или вы написали текст, да, и выдали, ну, рано или поздно карма вам по башке даст. Понимаете, это не очень красиво. А, нужно, наверное, под каждый человек сделать несколько сообщений. А, это по поводу предыдущего. Да, Таня, под каждую целевую аудиторию можешь делать сообщение заготовочки. И тебе не нужно, ты просто списываешь и отправляешь уже готовое. Но там тоже не нужно вот такими полотнами писать, чтобы не грузить. Дальше. Вам нужно понимать, знаете, что ваша аудитория, она, что она хочет видеть, что ей нужно, в чем у нее потребность. И что она, что ей заходит. Какая информация ей заходит. Именно когда вы будете анализировать, вы это все увидите. Что хочет и что заходит. Знаете, что заходит, там сразу видно. Если есть просмотры, есть отклики, то есть пишут комментарии. Если это вам откликается, да, именно вам, что вам этот вопрос интересен, вас он интересует, на карандашик и дальше вы даете. А, дальше. И третье, что хотел бы сказать, это следите за трендами. Что происходит сейчас в мире, на рынке маркетинга. Например, смотрите, недавно появились вот эти вот сообщения, быстрые сообщения. Увидели, разобрались, в интернете тоже куча информации сразу на это появляется, вы можете найти, просмотреть, записать и потом записать видео. Недавно появились сторисы. Да. Ну как недавно, относительно недавно, но не все почему-то ими пользуются, думают, что это какая-то фигня. Простите за мой французский. Берете, разбираетесь в этом, смотрите на эту кучу видео, смотрите, если вы еще не разбираетесь, посмотрели, изучили, почитали. Интернет – это большая энциклопедия. Выписали и записали на эту тему видео. Например, как настроить, там, как записать сторис. Со скриншотиками в виде вебинарчика записывать с экрана сейчас все умеют. Это очень просто. Если не умеете, напишите мне, я вам расскажу, чем пользоваться. Дальше. Написали, например, следующее видео, там, 11 тем, на которые снимать сторисы или проводить прямые эфиры. Все, рассказали, какие темы, выписали, опять-таки, промониторив свою целевую аудиторию, чаще вам всего задают вопросы, в интернете тоже куча информации, записали, ну, себе выписали, записали видео. Все, все очень просто. Поэтому будьте в тренде, следите за тем, что происходит. Увидели какую-то фишечку, услышали, сразу идите разбирайтесь, сразу записывайте на эту тему видео и выдавайте. Я, когда появилась, есть такая программка Zoom, она сейчас выжимает Skype. И она не лагает, как Skype, потому что Skype очень плохое качество, если вы со мной согласны, тоже поставьте плюсик, потому что по Skype групповые конференции очень тяжело проводить, потому что качество звука оставляет желать лучшего. И есть программка Zoom, которая есть бесплатная, платная. Там очень просто. Там она работает как часы. Там ничего не тормозит. Там видео хорошо видно. Там и звук четкий. И все. Она просто очень круто работает. Все. Я не разобрался. Я записал на эту тему видео. У меня там сейчас видео собирает там, ну, более, ну, там, несколько тысяч просмотров. Я записал год назад. Это мне идет плюсом, потому что мой канал смотрит. Мой выдается в поиске мои видео. Кто-то посмотрел это видео, потом перетянул на бизнес, а потом, как я получил машину, а потом, как я был на сцене, а потом он увидел мой чек, блям, такой огонь, чем этот чувак занимается, вроде интересно рассказывает, вроде, ну, доступно, мне интересно. Еще какие-то видео посмотрел, все, пишет мне, алло, Вася, Петя, Ваванчик, расскажи, как, что нужно делать, чтобы зарабатывать, я хочу к тебе в команду, что нужно делать, давай, коллеги. У вас готовый партнер. С помощью видео, видео это как агенты, их вы запустили, и люди, точнее, они работают со временем, они вам выловят рыбку. Понимаете? Так что вот таким образом следите за трендом. Поэтому, друзья, вам большое спасибо. Ну, следующий слайд. Спасибо вам за внимание, за то, что пришли сегодня, уделили время. Начинайте прямо сейчас, кто сомневался, вступать, не вступать в компании, потому что у нас крутейшая команда. Мы делимся в целом, команда, компания. Мы друг другу помогаем, независимо от какой вы ветки, да, какого вы лидера. Мы всегда открыты. Вот никто не даст мне соврать. К нам обращаются с других веток. Мы всегда отвечаем, помогаем. Наши люди обращаются к другим лидерам. Всегда. У нас взаимопомощь. У нас здесь нет крестьянничества. Мы вообще крутые, крутые компании, крутая компания, крутые лидеры, все, очень круто.
Поэтому я вам рекомендую не терять время. И это наши контакты, это наш Инстаграм. Подписывайтесь на наш Инстаграм, мы тоже там делимся много всяких экспертных постов, пишем сторис, видео. Кто не знает, можете брать пример, как мы ведем Инстаграм. Мы даем там и полезный, и развлекательный контент, и познавательный. Как мы это чередуем, смотрите, лично я слежу за многими лидерами из других компаний, из нашей компании, что они пишут, что. Потому что на самом деле, знаете, тяжело выдавать контент, который, ну, каждый день нужно, да, что-то, минимум один пост. И бывает у тебя творческий кризис, ты не знаешь, что, что мне. Открываешь ленту, раз почитал, раз вроде какой-то продающий, что-то увидел, да, что-то записался, закладочки сохранил. Раз могут развлекательно, раз там какая-то загадка прикольная. О, или история. Фу, посохранял себе, все. Ты потом берешь и все это открываешь, когда у тебя творческий кризис, открываешь, смотришь, через себя пропускаешь, делаешь переупаковку и выдаешь. Знаете? И многие пишут, слушай, как ты так научился писать и так круто пишешь. На самом деле, я не проходил никакие курсы, ничего там по копирайтингу. Конечно, это никто не отменял, курсы копирайтинга, да, какие-то определенные там система продающего поставить, все, схемы. Но, тем не менее, я просто смотрю, слушаю других лидеров, других компаний, я смотрю, как они говорят, что они говорят, что-то мне понравилось фразочки, а фух, себе ее записал. А какая-то тема, история понравилась, я ее себе записал, потом применил. И таким образом я как бы учусь у всех по чуть-чуть, везде беру. Потому что век живи, век учись. Поэтому, друзья, вам большое спасибо, что вы были сегодня. Всех обнимаем, всех целуем. Давайте вопросы, если есть вопросы, задавайте, с удовольствием поотвечаю. Вот. И будем финалиться. Кому было полезно, можете заплюсовать. Оба. Сохраните. Эфир сохраняю, поделиться. Друзья, есть? Спасибо. Вова, промокод. Кстати, давайте, да, я вам сейчас промокод напишу. Сейчас, секундочку, я его нахожу и вам в чат сюда его скину. Инструменты. Сейчас, секунду. Где же ты? Где? Вот, еще раз. Промокод MLM. MLM. 5-3. Это означает, что бесплатно. Вы также потом, кто зарегистрируется, можете тоже делать вот такие промокоды, давать их своим партнерам. Им это будет прибавлять 5 дней бесплатно к использованию. Полезно. Полезно очень. И недорого. Есть еще вопросы? Спасибо, ребят, большое. Отличный материал. Я надеюсь, что вам понравилось, было полезно. Будем с вами делиться еще. Пишите, кстати, можете, на какие темы вы вообще хотели что-то слышать, чтобы мы вам, ну, знаете, били в точку, били в цель, выдавали более полезный контент. Так, спасибо. Запись будет? Да, запись будет. Компания выложит, я не знаю, как скоро. Я попрошу у них запись нам побыстрее и выложим себе на канал YouTube. Вот, поэтому надеюсь, что повлияем на то, чтобы оно появилось быстрее. У них там свой, по идее, план выкладывания, а записи у нас свой. Спасибо, ребята, спасибо, всем спасибо. Тоже завершим. У нас сегодня, я потом выложу сториз, как у нас все происходило. Тут раз, два, две камеры, Facebook, ВКонтакте, Instagram. Вебинары, все работало. Вопросов нет, у матросов нет вопросов. Я еще жду буквально 10 секунд, 15. Если нет, я буду финалить. Вот наши контакты. Хотелось бы потом поговорить работа с возражениями для мужчин. Так, Вова, скажи, плиз, два слова напутственных для мужчин. Мужики, смотрите. На самом деле, вообще не разделяйте вот то, что мы занимаем, компания BC, это косметическая компания, не разделяйте это на мужское и женское. Посмотрите на примеры, наберите в интернете, есть много примеров мужчин,
зарабатывают просто нереальные, неприличные деньги, и они не делят это на мужское или женское. На самом деле это бизнес, который позволяет, почему я люблю этот бизнес, от себя скажу, да, как мужчина, мне этот бизнес позволяет иметь свободу, свободу выбора, свободу одеваться, свободу передвигаться, свободное проведение времени со своей семьей. Я очень люблю проводить время со своей семьей. Я не знаю, может, как бы я должен там где-то быть. Или что-то. Ну, короче, люблю я со своей семьей. Я могу помогать жене, жена помогает мне. Я с детьми. Они мне потом скажут спасибо. Здесь можно зарабатывать большие деньги на самом деле. Здесь нет ничего сложного. Есть уже система. Вы по которой делаете 1, 2, 3, 4, 5. Многие думают, я старый, я уже тупой. А на самом деле это опять-таки ваше позиционирование. Просто нужно начать. Начинайте и всегда можете обратиться ко мне. Я вам подскажу, расскажу. Здесь можно закрыть свои основные потребности. Первое. Начать зарабатывать деньги. Второе. Быть семьей. Третье. Получить автомобиль. Четвертое. Путешествовать. Пятое. Получить квартиру. Что еще нужно? Базовые потребности, которые нужны каждому мужику, которые каждый мужик должен зарабатывать нормальные деньги. Вы все эти потребности базовые можете закрыть. Все, дальше вы зарабатываете деньги на то, чтобы путешествовать, кайфовать. Сетевой, это стиль жизни, это не что иное. Просто нужно ворваться в это. И у нас уже есть все, есть система. Пожалуйста, приходите и делайте. Дальше. Зачем вам примеры? Зачем выходить Вову и Лену ставьте пример? Спасибо, спасибо. Кстати, нам было очень приятно, что после ассамблеи, когда мы были с Леной на сцене, к нам пришло человек, ну, где-то пары три, да, написало. Короче, объединились супружеские пары и начали выстраивать бизнес вместе. Я могу сказать, что в синергии мужчина-женщина семейная, вы добьетесь намного больше результатов и сделаете намного больше прорыв. И кто уже объединился, вот Рима Шевченко, она с мужем, там кто у нас еще? Света Маспанова, посмотрите, они же Света топ-1, Рима топ Барнаула, Алтайского края, Лена Смирнова, короче, большой, безумно, вот Бакирова Андрея, они тоже сейчас рвут свой регион, поэтому объединяйтесь. Здесь можно зарабатывать классные деньги и кайфовать. Так. А по поводу возражений, работа с возражениями, есть видео на нашем канале, вы можете тоже зайти. Посмотреть, если не найдете, напишите мне лично, я вам скину со своего курса, там вам подробненько разложил. Также Олеся Подгорецкая, тоже прикольно записывала работу с возражениями, тоже зайдите к ней, она прям вот, ну, нам понравилось, мы кайфанули, смотрели, Олеся вот большая умничка, записала на эту тему, поэтому можете у нее посмотреть тоже. Потом, я 2 дня снимаю ролики про возражения. Супер, у каждого лидера должен быть свой ролик. И это очень круто. Вы их первое для себя прорабатываете, второе вы можете давать своим людям, они смотрят это. И дальше вы растете в глазах, в первую очередь, своих же людей и будущих партнеров, как эксперт. А если вы эксперт, вам доверяют, а если вам доверяют, значит у вас будет результат, будут приходить люди. Все взаимосвязано. Личный бренд. Всего доброго всем. Это видео огонь. Все смотрят. Спасибо. Вот, Олесечка подтверждает. Пожалуйста. Я уже... Все. Ну все, ребят, обнимаем вас, целуем, спасибо, что были. До скорых встреч, пока-пока. С вами были Сергей Коваленко. Чао, какао.